Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы полистаем каталог Норхен от компании Oriflame. Такое чувство, что дизайнеры дали полную волю своей фантазии и создали настолько уникальную коллекцию ювелирных украшений, и каждый из вас найдет для себя что-то такое, какое-то особенное украшение, которое подчеркнет вашу индивидуальность. И я вам покажу украшения, которые я приобретала из прошлых коллекций. Одно, кстати, сейчас на мне. Мне очень нравится. Итак, полистаем каталог. Итак, давайте посмотрим эту прекрасную лимитированную коллекцию от Norhen и Oriflame. В коллекции представлены уникальные камни, натуральные минералы, каждый из которых неповторим по своему рисунку и оттенку. И это самый лучший способ подчеркнуть вашу собственную уникальность, потому что камень, в который вы получите в своем украшении, он будет в единичном экземпляре, как и вы сами. Возможно, конечно, что будут отклонения по цвету, то есть для вас будет сюрприз, какой именно камешек придет вам в вашем украшении. Что еще хочу сказать, очень важно, что вся коллекция очень красиво оформлена по дизайну. Это чудесный подарок, потому что приходится в красивых коробочках. Я, кстати, одну часть уже выкинула от коробочки, но я храню украшения все в коробочках, которые я получила. И каждое украшение отдельно лежит в таком мешочке с кисточками. Возможно, что дизайн этой коллекции будет немножечко по-другому оформлен, но в любом случае это будет что-то очень-очень красивое. Я вам покажу свои тоже украшения, которые я покупала от Norhen. Я ими очень довольна, у меня никаких нет к ним, ну, там, как сказать, пожеланий, да, там, недовольства. И мне очень понравились украшения, и сейчас чуть позже я вам буду их показывать. Итак, первое. Каталог у нас открывает часы. Это изысканные часы, которые сочетаются с белыми и черными кристаллами. И мне очень понравилось, что здесь сочетается серебро и кожаный ремешок продолжается. Японский механизм во всех часах используется. И специальное покрытие, которое устойчиво к царапинам и ржавчине. Очень оригинальное изделие, особенно для тех, кто любит изделия из серебра. Так, далее. Лаконичный цейлонит. Цены. Где смотреть цены? Смотрите, у каждого изделия есть код, название и цена, и, конечно же, баллы. От цены, которая указана в каталоге, если у вас есть дисконт, вы отнимаете 20%. Двигаемся дальше. Итак, колье, лаконичный цейлонит. И в этом колье очень, кстати, оригинально сделано, очень красиво. То есть такое колье невозможно не заметить. И мне нравится, когда девушка носит хотя бы минимум два украшения одинаковых, например, кольцо и серьги, серьги и колье, колье и кольцо, то есть чтобы это было не одно украшение, а 2-3 акцента. Ну, конечно, когда вся коллекция, это особенно красиво. Смотрите, как красиво выполнены серьги, три висюльки, подвески с камешками, у них такая классная огранка, мне очень нравится, необычно, вот я бы такое носила. Я, кстати, сейчас буду рассказывать, что бы я себе заказала. Еще одни необычные часы, и здесь сочетание двух оттенков драгоценных металлов, белого и розового, здорово, и украшены змейкой, а у змейки глаза розовые. Кстати, где вы видите кристаллы, знаете, что это кристаллы Сваровски. Везде будет какой красивый ключик, да, очень. Мы уже понимаем, что это продолжение коллекции часы, здесь змейка на ключе, ключик тоже обвивает змейка, очень красивое такое капельное серебро, страстный турмалин у нас здесь используется, а турмалин у нас продолжается еще и в коллекции, серьги у нас будут. Как здорово! Кстати, очень необычно. Даже сначала не поймешь, что это змейка, а когда присматриваешься, видишь, как она элегантно закрутилась, и эти розовые глазки. Жизнерадостная яшма. Вот прям мой камень однозначно. И я вам сейчас покажу коллекцию. Мне кажется, это тоже яшма. Я брала в прошлом как раз каталоге Norhen. Я когда увидела это яблочко, я сразу в него влюбилась раз и навсегда. И у меня еще серьги. То есть серьги и колье. Вот смотрите, я проносила год. Конечно, я не часто использую этот набор, потому что он выглядит очень дорого, и под любую одежду такое не примеришь. Поэтому ношу на выход, под определенные наряды,
и это является изысканной изюминкой к моему образу. Я в восторге, как видите, вот нигде металл не испортился, все такое же золотое, красивое, никаких царапин, то есть нареканий нет абсолютно. То же самое цепочка, тот момент, где вот на шее лежит цепочка, не потускнела, не изменился цвет. То есть если сравнивать нижнюю часть и верхнюю, то все очень даже отлично. Я вас призываю, конечно, к этим украшениям относиться бережно, не надо в них купаться, загорать, да, на пляже. То есть да, мы их бережем, потому что это красивое ювелирное украшение, очень оригинально сделаны серьги. То есть вы можете их носить как просто красивое колечко с кристаллами, или по специальную подвесочку продеваем через такое большое отверстие и носим уже как такое что-то богатая, эффектная. И ожерелье мне очень нравится. Вот вы видите, я всегда выбираю камни, которые вот мне симпатизируют. Это очень очень мне нравится коллекции с красными, ой, с такими вот камнями, и с черными. Я очень люблю с черными камнями. А здесь меня покорило кольцо, просто необыкновенное кольцо. Кстати, хотела посмотреть, сколько оно стоит. 2300 рублей. Вот я себе такое кольцо хочу однозначно, оно как раз мне подойдет под те украшения. И его можно носить как вот одно единое, а также и разделить на два пальчика. Оригинально, нет слов, скажите, как здорово. Жизнерадостная яшма — это просто вот мой камень. Следующий — вечерний раух топаз, красиво сделано. Вот мне нравится, что все украшения, они необычные, и хочется рассматривать и изучать каждую деталь. Согласитесь, как здорово. Серьги невероятные, просто вот эта огранка камешков и сочетание с жемчугом. И вот я только сейчас увидела, что здесь камень сочетается еще с жемчугом, потрясающе. Да, вы согласитесь, что эти коллекции, они, конечно же, как бы зовут на выход, да, к такому какому-то наряду, под костюм, под платье вечернее, да, какая-то блуза невероятная. Очень нравится, что цепь длинная, так здорово это выглядит. То есть я так понимаю, что мы можем взять браслет и соединить его с колье, и у нас получится удлиненное колье. Это шикарная идея, просто молодцы. Но здесь меня покорили серьги. Это мистический обсидиан. Серьги невероятной красоты, просто вот у меня нет слов. И оригинальная подвеска на цепочке в золотом исполнении. Здесь что-то восточное, опаловый кварц в сочетании с эмалью. Да, вот, ну просто настолько красиво. Это тоже для меня очень приятное украшение. Я такие люблю вещи, такое бы я тоже себе с огромным удовольствием приобрела или получила в подарок. Какое кольцо, да, вот всегда я люблю эмаль, мне кажется, она настолько творческая, вот это необычное сочетание цветов всегда, как она выглядит красиво, есть с ней что-то такое самобытное, и в то же время вот этот камень, как он сюда красиво вписался, что-то невероятное. Для меня это какое-то изделие сказочное, восточная сказка, я люблю такие вещи, супер. Ой, а здесь что-то необычное, фантастика. Вот просто для меня сразу как звездный кварц, да, и вот это вот что-то космическое, как здорово подчеркнули красоту камня. Невероятно, очень нравится украшение. Все, кольца, смотрите, как здорово сделано. То есть у нас камень, получается, будет на уровне глаз, то есть он не внизу висит, а он зафиксирован как раз вот по... Ой, как здорово, мы смотрим и сразу обращаем внимание на этот камень. Это просто мега вечерняя праздничная. Это кто планирует ехать на банкет, на конференцию, вам однозначно пригодится жемчужный кварц, потому что это королевское просто украшение, у меня нет слов, как шикарно выглядит. Элегантный тигровый глаз. А вот элегантный, он и призывает нас, что это деловой стиль, костюм, на работу можно, да, так, на выход. Если вы деловая леди, то вам однозначно этот камень будет в помощь.
Кстати, я рекомендую всегда почитать гороскопы и какие камни вам подходят. Вот, кстати, у меня не всегда совпадает. Иногда мне нравятся камни, которые, ну, мне рекомендуют другие, а я, например, люблю именно эти. Очень стильно смотрится гламурный топаз, оригинально соединение вот частей в единый браслет. Все это так красиво сочетается с ожерельем, и моя любимая тема, когда ожерелье у нас лежит прям вот над ключицами, вот в еремной ямочке, это здорово, это очень сексуально смотрится и эффектно. У нас продолжает эту коллекцию кольцо и серьги, тоже здорово. Можно выбирать одно, два украшения. Если, да, вы, например, не любите браслеты или ожерелье, то вам можно серьги и колечко взять. Слушайте, как красиво, прямо глаз радуется, и каждая страничка вызывает восхищение. Какая нежность, такой мятный весенний авантюрин, он невероятен, просто невероятен. Как будет красиво блондинкам, такая нежность. Посмотрите, какое кольцо, вот это все загадочно сказочное переплетение. Какая фантазия, да, у дизайнеров. Я любуюсь каждым украшением. А вот это просто мое, выразительность, соколиный глаз. И как я уже говорила, я люблю украшения с черными камнями. И вот из прошлой коллекции, или даже из позапрошлой, я уже не помню, их было несколько коллекций, я брала себе набор с черным камнем. Чудо, согласитесь? Да, они чем-то похожи, поэтому я бы вот из этой коллекции, так как у меня уже есть серьги и подвеска, но единственное, что здесь розовое золото, да, розовый металл. Да, кстати, не показала, насколько хорошо выглядит украшение, то есть оно как новое. Вот это я часто примеряю, потому что мне оно под многие вещи подходит. И, как видите, оно в идеальном просто состоянии. Вот из этой коллекции мне очень понравилось колечко. Я только сейчас заметила, что оттенок разный, а я уже хотела его выписывать. Думаю, как будет здорово черный камень здесь смотреться. Я в восторге. Мне нравятся и серьги, насколько оригинально все это сделано. Кстати, цена тоже, ну, в районе 3000. Отличная цена, кстати, мне нравится. Кто-то говорит дорого, кто-то говорит дешево. Были отзывы и не очень хорошие, у кого-то металл испортился, окислился. Я не знаю почему, скорее всего, это индивидуально очень, да, возможно, на коже какие-то выделения, да, естественно, я говорю, что надо беречь эти украшения. Как красиво, прям полянка, полянка весенняя. Такие нежные цветы, да, незабудки. Цветущий кварц. Здорово. Такие элегантные сережки. Кстати, вот серьги, их можно просто носить на каждый день, если вы любите такую вот нежную, нежную гамму цветовую, то розовый кварц будет просто невероятно подчеркивать красоту. Вау, тоже празднично. Мерцающая шпинель. Интересное название, мерцающая шпинель. И здесь у нас много-много-много кристаллов, то есть сочетание белого, черного, розового. Я здесь вижу, да, вот это все так здорово продумано. Серьги, подвеска. А серьги трансформер. Можно отдельно носить гвоздик черный, будет элегантность на каждый день. А тут же вам нужно преобразиться. Вас пригласили в ресторан, да, или в театр, вы ловким движением руки снимаете гвоздик и делаете вот эту подвеску, и у вас уже вечерний образ. Слушайте, как классно! Авангардный садолит. Мне кажется, это очень взрослое украшение для элегантной такой состоявшейся дамы. Подчеркнет, да, вот эту мудрость, красоту. Здорово. Ух ты! А здесь нас ждут броши. Кстати, я вам еще одно украшение не показала, тоже серии Норхен. Я им
им очень дорожу, обожаю синие камни, и мне нравится, когда подвеска крупная, чтобы на цепочке висела крупная подвеска, такая акцентная. Я в восторге от этого тоже украшения. Все так элегантно, так изысканно и настолько вот притягивает взгляд. Каждое украшение — это произведение искусства. Броши, стрекоза — это говорит о вашей легкости, о вашей, да, такой вот коммуникабельности. Здесь у нас такой телец, энергичный диопсид. Если стрекоза у нас воздушный авантюрин, да, да, легкость, такая вот авантюристизм какой-то. Далее позитивный раух-топаз, подкова на счастье, на удачу. И хулиганская такая, мудрый тигровый глаз, хулиганская брошь в виде улитки. Меня она просто покорила. Она настолько классная. Ну, супер, просто супер. В конце каталога вы можете более подробно прочитать о том, какие камни, да, что вот в этой бижутерии ювелирной, в какой состав, еще раз посмотреть цены, коды. То есть очень удобно то, что в конце мы можем еще внимательнее изучить эту продукцию. Ах, ну что, девочки, будем преображаться к Новому году. Напишите в комментариях, кто какую коллекцию себе присмотрел, что бы вы себе заказали. Я уже вам призналась, что я буду брать такое кольцо. Однозначно мне оно прям вот необходимо, просто необходимо. Напишите, какие украшения у вас вызвали желание, да, какую-то эмоцию позитивную. Буду рада вашим откликам. А если видео полезное, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всегда ваша Лилия Донскова. Пока-пока!